Сегодня по вашей просьбе совершим обзор такой внешней программатора, который называется Orange 5, распаковку которого я делал немного ранее на нашем канале. Ну что ж, приступим к обзору. Единственное, что сразу скажу, под XP-шку я драйвера так и не нашел, настроил исключительно под семерочку. Ну, те драйвера, которые шли в комплекте, подошли именно для этого. Значит, что у нас есть? Запускаем саму программу. Здесь начинать новый файл, открыть уже записанный ранее, либо сохранить. Это, понятно, работа с буфером. Это у нас получается считать файл. Это у нас сравнение, это запись, ну и это модификация. В общем-то, все полностью у нас есть на экране с русскими пояснениями, на русском языке. Это выбор типа, сюда мы вернемся, проверка установки. Это очень удобная функция, которую я ранее не замечал в других программаторах. Что же в ней хорошего? В ней хорошо то, что когда поставили микросхему, либо она не очень красиво читается, вам не нравится визуально, всегда нажимаем эту кнопочку и видим, все ли контакты у микросхемы подключены правильно. Значит, здесь для программатора дополнительные настройки. Под некоторые микросхемы необходимо что-то делать. Здесь, понятное дело, под любую микросхему, какую бы мы ни выбрали, будет распиновочка. Ее очень удобно. Ну и, понятное дело, для себя можно сделать какие-то поправки, какие-то записи, чтобы в следующий раз легко обнаружить, что делалось, что не делалось и так далее. Настроить можно под себя, выбрать любой режим, любой язык. Функции по настройкам целая куча. История очень полезна. Здесь все так же ясно. В общем-то, вот такой вот программатор. Итак, что же в нем есть? Зайдем. Можно через поиск искать. Допустим, вводим 95P08 микросхемку. И вот она у нас сразу здесь есть. Если, допустим, микросхемку введем 24C04, то она будет раскидана еще по производителям различным. Размер памяти здесь написан и все. Довольно удобно. Значит, это по поиску. Общий тут, значит, весь список всего и по группам. Расписано, значит, епромки вот производителей, здесь это, какие модели есть. Значит, пойдем дальше по процессорам. Опять же, довольно подробно. Вот ST-шки какие у нас есть. Ренессанс. Это у нас NEC-и различные. Это по Philips'ам. Отмелы, ну, в общем, много чего полезного. Дальше пойдем после процессоров. Car Radio. Выбираем, допустим, Ford. Какая магнитола? Opel, Philips. Тут огромный список также магнитол по названиям. Раскодирует просто на ура. Пионер вот BMW-шный, Blaupunkte, BMW. Так, Fisher магнитолы. Так, идем дальше. Это по мотороловским процессорам. Расшифровка, также огромный список, довольно богатый. Берем, например, процессор. Вот, сразу boot у нас есть, можно Secure. Опять же, чтение ID всегда можно посмотреть, правильно выбрана микросхемка, либо нет. Что ж, продолжим дальше. Специал функциями никогда не пользовался, и что они делают, честно скажу, не знаю. В тулсах, соответственно, то же самое. Ну вот что-то LaserJet, наверное, что-то для принтера, какие-то тесты, ну, не пользовался, не знаю. Тесты можно проверить, CAN-шину, соответственно, CAN-тест, наверное. Не знаю, что такое, не проверял еще. Не приходилось. Это у нас по NEC-ам также различные полезные функции. Можно считать, прозаписать и все что угодно. Смотрим дальше. По иммобилайзерам довольно полезно. Допустим, выбираем BMW. Есть вот он в приборке у нас. Чтение статус-бар.
Запись, правка вина в BMW прямо в приборной панели. Изменяем сразу. Упс, не то нажал, извините. Дальше смотрим. Chrysler надо. Ну вот, в неке, допустим, если стоит прошивка, стирание, задать. В общем-то, все. Все у нас прямо на лице. Собственно, в доджике то же самое. Ford выберем, например, вот такую вот. Окей. Опять же, бутимся, читаем ID. Все прямо на лицо. Все прямо на лицо. По Volkswagen. Машин довольно большой этот самый список. Ну, допустим, вот этот блочок выбираем. Чтение статус, запись, security код сразу можно. Има, off, on. Видите, сразу нажимаем кнопочку. Ну, ошибка дампа, извините. Нету его здесь. Также можно сразу включить. Так по большинству машинок. Вот такой вот у нас чудный программатор. Выберем, пожалуй, сразу e-promки, чтобы в следующий раз было проще понять, чего от нас хотят. И на этом завершим. Я могу сказать по общему, за период работы с программатором не возникло еще ни одного нюанса, ни одного вопроса не вылезло, несмотря на то, что программатор китайский, читает он просто отменно, выполняет заявленные все функции просто отменно. Что еще можно сказать? Мне понравился. Это та вещь, которую мне, во всяком случае, необходимо точно иметь, чтобы она была. Собственно, вот такой вот мой вывод. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео оказалось полезным. Внизу под видео будет ссылочка на то место, где программатор приобретался в свое время. Можете отблагодарить за видео. Внизу есть также ссылочка нашего кошелька. А если не хотите, можете просто поставить лайк. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать извещения о видео своевременно. А внизу под видео также напишите обзор, какого оборудования вы бы хотели увидеть на нашем канале. До скорых встреч. Пока-пока.